Всем привет! Сегодня посмотрим, как можно убрать или наоборот поставить окно входа и смена пароля. Вот такие две финички, с которыми частенько приходится пользователям сталкиваться. Ну, давайте так. Значит, вот посмотрите сюда. У меня, значит, корневая папочка моя называется User. Поэтому я, чтобы поменять пароль там, должен завести вот это вот сюда и нажать Enter. Затем завести свой старый пароль, нажать Enter. И теперь новый пароль. Вот, допустим, я поставлю его там раз, два, три. Нажимаю Enter. Просит еще раз повторить. Раз, два, три. Все. И теперь у меня пароль на, значит, в мою папочку будет раз, два, три. Таким же образом можете поменять и корневой пароль вон сюда, password root. Все зависит от вас. Это несложно, поупражняйтесь, все это дело, значит, вишенки, значит, у меня это дело также, значит, имеется, просто взяли, скопировали, вставили. Находится все это дело в командах для терминала, вот самым первым по списку оно и идет. Значит, теперь частенько бывает еще вот такая штуковина, посмотрите-ка сюда. Вот, идете вы в меню. Идете, значит, в параметры системы, значит, в параметрах системы ползунком пробегайте до самого низа, вот окно входа в систему. Ну, поскольку у нас мы поменяли пароль, значит, пароль будет у нас раз, два, три. Сейчас мы его заведем. Раз, два, три. Значит, и попадаем на параметры, значит, на параметры окна входа в систему. Вот смотрите, смотрите внимательно. Значит, разрешить вход в систему вручную. Это если вы хотите, чтобы у вас появилось окно загрузки. Значит, а в автоматическом входе, если у вас входили вы раньше в систему автоматически, там обычно будет стоять у вас там, ну, вот user там или еще что-то, какая там у вас была пользовательская, как говорится, кличка. Вот. Это если вы хотите, значит, входить в систему с окном загрузки. Ну и, соответственно, если вы хотите входить в систему в автоматическом режиме, значит, вот сюда прописываете свое имя пользователя, свой ник там, вот, и, значит, отменяете решить вход в систему вручную. Тогда будете, значит, входить в систему, значит, без окна загрузки, как говорится, автоматом. Только вот здесь вот вставляете там свое там имя пользователя, свою кличку. Вот практически и все. Это вот такие вот две маленькие финички, которые с которыми пользователями часто приходится сталкиваться и на которые они, как говорится, не могут иногда быстро там разобраться. Вот таким вот образом. Так что, как говорится, желаю вам всяческих успехов и удач. Значит, и вот пользуйтесь этими двумя фенечками. До новых встреч!